Дорожная полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Районный отдел ГИБДД и так регулярно уделяет внимание общественному транспорту, контролируя безопасность пассажирских перевозок. Однако в период проведения мероприятия проверки принимают почти тотальный характер. С местными маршрутками и автобусами удалось навести относительный порядок, но много вопросов еще остается к транзитному транспорту. У водителя выявлено несколько нарушений. 5-7 минут займет составление административного материала и поедете дальше. Значит, просьба поиметь терпение, хорошо? И масочки во время движения, пожалуйста, одевайте. От метро проспект Просвещения до Рощино через большую часть курортного района везут пассажиров с нарушениями. 680-й маршрут считается пригородным, а значит водитель за день проезжает большие расстояния. По закону на борту автомобиля должен находиться специальный прибор тахограф, позволяющий контролировать ежедневную нагрузку водителя. Об этом знают как водители, несущие персональную ответственность, так и организатор перевозок, то есть парк. С водителя инспекторы берут письменное объяснение. Здесь пишите о том, что... Мы пришли на работу, сняли предварительный технический, медицинский отвод прошли. Ага. Транспортный осматривал механик, не осматривал. Почему отсутствует такого? В курсе вы, не в курсе. 680-й транзитный у нас маршрут, он идет из пригорода, считается пригородным регулярным маршрутом. Транспортные средства на основании приказа 277 от 26.07.17, осуществляющие перевозку по пригородному маршруту регулярному, должны быть оборудованы тахографами, устройствами, контролирующими режим труда и отдыха водителей. В данном случае эти оба транспортных средства не были оборудованы. На водителей составлены административные протоколы. Будут вызваны должностные лица в рамках административного расследования, ну и юридические лица тоже. Юридическому лицу, организовавшему перевозку людей на транспорте, не соответствующим требованиям безопасности пассажиров, полагается весьма ощутимый штраф в размере 50 тысяч рублей. Так, районному отделу ГИБДД удалось привести в надлежащее состояние машину автопарка, работающего на территории курортного района. На очереди транзитные маршрутки, которые тоже попадают в аварии на нашей территории, в том числе и по причине неисправностей. У другого водителя все того же 680-го маршрута выявлено сразу несколько нарушений. Отсутствие тахографа, нечитаемый задний номер, неисправные габаритные фонари и отсутствие ОСАГО. Страховой полис закончился в мае месяце 2020 года. В мае месяце 2020 года. Злостный нарушитель. Почему злостный? Не знаю почему. Это сегодня. Все, пойдемте. Значит, год с номерными знаками вы согласны, да? Совсем согласен. Весь букет нарушений водителя инспекторы оформили в соответствующий административный материал. Надо отдать должное, сотрудникам работали они быстро. Но извечная тема недовольства пассажиров не обошла стороной и этот случай. Снимите-то меня, это же безобразие, почему мы должны сидеть и ждать посреди дороги, а? Ну у них рейд проходит. Так их рейд-то пускай на конечной остановке высадят пассажиров и пускай хоть 3 часа его проверяют. Это курортный район, они же. Ну безобразие ж такое, я вот опаздываю за вас. Местные маршрутки проверяются... В рамках сплошных проверок не менее 2 раз в неделю. Ну а транзитные, да, там как бы не постоянно их не проверить. У них большие расстояния и, соответственно, временной промежуток между ними большой. Не всегда удается их проверять на линии. Конечные остановки находятся либо в городе Санкт-Петербурге, в районе Выборгском, Калининском, либо в ближайшем еще северном районе, либо в Ленинградской области. Соответственно, проверить их на конечных остановках нет возможности. За 11 месяцев текущего года на территории курортного района с участием маршрутных такси и автобусов произошло 36 ДТП. Из них 13 по вине водителя общественного транспорта. Ранения получили 4 человека. Дорожной полиции к административной ответственности привлечено 140 водителей автобусов.